Мы находимся в самом центре, практически Аликанте. От Plaza de Toros, ну, примерно 3 минуты пешком. Деревянная дверь, постройка 70-го года. Это первая спальня, которая выходит на проезжую часть. Очень тихая, маленькая улочка. Видите старые деревянные двери, которые можно просто почистить, покрасить. Вторая спальная комната. Это считается главной спальней, у которой есть выход на балкон. На балкончик. Приятный балкончик. Видите, тихая улочка. И вон она, Санта-Барбара. И море. Пешочком, ну, 10 минут до моря. Встроенные шкафы деревянные, которые никогда в жизни не поломаются. И идем дальше. Одна ванная комната. Душ. Окно выходит на патио интерьер. Третья спальня. Можно сказать, детская комната. Стены здесь не несущие. Их можно сносить и совмещать комнаты. А это является залом. Квартира 90 квадратных метров. Кухонька. Здесь уже новые окна. Алюминиевые. Так, а это галерея. Большая довольно галерея. Здесь подключен городской газ, электрический бойлер, стиралка. И эта галерея выходит на внешнее пространство здания. Вот так. Ну что ж, очень приятная квартирка. Очень близко от центра. И за отличную стоимость. К сожалению, такие квартиры держатся недолго. Спасибо большое. Алексей Язовский.